числе участников выставки – сочинские школьники. Самые активные – это 6-я и 8-я гимназии. Много рисунков, несмотря на удаленность, представили школы номер 66 и 100. Впервые в выставке принимают участие Центр детского и юношеского туризма Сочи. Показали свои работы и студенты вуза. Тематика различна – это и город-госпиталь, и портрет ветерана, и даже война моими глазами. До конца мая рисунки останутся в здании Дома моды. Увидеть их смогут все желающие. Выбирать лучшую работу жюри не будет. Дипломы получат все учреждения, которые принимали участие в проекте.